Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, у нас опять был небольшой снег, такой, вроде как говорили, буран, потому что в Питере даже самолеты не сажали и отправляли к нам сюда, в Москву. И вроде как и нас тоже здесь так пугали, что у нас тоже будет завал. Да не было завала. Ничего такого не было. В общем, пережили мы нормально. Я позавчера бегала с Шайтаном машиной, мне ее починили. Прям вообще заводится, прям как огонь. Потянул ремень он и поменял свечу. Свеча была уже выработанная, поэтому это прям вот нормально. А у нас еще один снегоуборщик есть. И вот тот он с ним очень много мучился и сказал, что я его забираю и привезу вам его через полторы недели, потому что там много чего нужно делать. Я помню, там какие-то и пружинки слетали все время. Там, в общем, и ремень у него непростой в дюймах. Тоже нужно найти. Поэтому, ну, мальчик такой прям вот молодец. Все хорошо делает. А я вот с утра уже сегодня зарядкой занялась. Видите, сколько почистила. Здесь почистила. Потом уже... Вот у меня тут котики носятся. Да, непростая жизнь мигранта. И уже до кур дорожку почистила. Видите, сколько ножек, лапок. Котиков я уже покормила. А кошкам вот несу водичку. И сейчас еще тоже покормлю. Ну, в общем, как-то мы живем. Вот так вот мы живем. Помощник мой отказался у меня работать. Сослался на то, что он заболел. Якобы как уехал домой. Но если человек приехал зарабатывать деньги, то это, конечно, очень сомнительно. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, все на совести каждого человека. Не хочет работать, никто же заставлять не будет. Вот. Раз в неделю он ко мне приезжал, я Шайтан машиной бегала, а он у меня вычищал проблемные места. Ну, не хочет, не нужно. Причем... Ой, вот сидит красотка, которая уже наелась. Да, молодец, ты первая. Ну, остальные, кто не успел, тот опоздал. Да, еды всем много насыпало. Вот. Боже мой, кто ж тут так лазил-то? Прям даже к дереву лазил. Надо было, значит, так. Вот. Вот такой вот, видите? Непростой путь мигранта. Отовсюду ко мне бегут, отовсюду. Здесь тоже. Все в лапках. И оттуда бегают. Ну, в общем, отовсюду. Сегодня шла здесь, чистила, и здесь тоже. Тоже много-много лапочек. Здесь они, наверное... А, здесь вот они как лазят по горе. По горе лазят. Да и вот там вот тоже тропа. Ну, в общем, молодцы. Да. Чифуль, вы там как? Чифулечка. Сейчас я к вам иду. Да, пока воду, а потом... Ой, еще надо зернышков вам насыпать. Нормальненько, правда, Чифуль? Ну, конечно. Мам, у нас тут все хорошо. Да. Все прекрасненько. Все прекрасненько. Чифуль, пока воду. Сейчас пойду еще вам насыплю. Да, я же вам вчера огромную кастрюлю сварила, поэтому у вас тут нехватки в еде нету. Вот мой отряд. Да, вот одна, пожалуйста, снег ест. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять курочков. Вот. Вот это мой отряд. Чевчик у нас. Мальчишечка, да. Да, мальчишечка. 2015 года выпуска. Еще песни поет. Курочек топчет. Он такой прям молодчиночка у нас. Да, Чифуль? Ну да. И разговорчивый.
Да. Я слышу, ты говоришь, да. Это ты. Ну, у вас тут тепло. У нас сегодня плюс будет вообще погода. Плюсовая будет. Поэтому у вас тут тепло. Сейчас принесу зернышков. Ждите. Вот. Так что вот так вот. Видите? Даже за хорошие деньги народ не хочет работать. Ну, не хочет. Значит, деньги не так сильно нужны. А может быть, просто лень много. Так что же бывает, правда? Со мной вообще тяжело работать, потому что я товарищ такой. Я же и сама чего-то делаю. Особенно в отсутствии помощников. Вот. Видите, с чем я кормлю своих курочек? Только натуральным. Вот, и поэтому я знаю, что сколько за сколько можно почистить, покосить. Ну, даю, конечно, человек, если новый приходит, я ему даю шанс себя показать, как он. И уже потом из этого делаю свои выводы. Чего мне от него ожидать? Вот. Знаете, сколько легенд бывает? Ой. Слушаешь, иногда и думаешь, господи, ну если вы не любите работать, зачем же вы идете? Вы думаете, что вам люди здесь за просто так деньги будут платить? Ой. Да, и почему-то каждый считает себя умнее. А ты когда со стороны их много насмотришься и думаешь, да, такие артисты приходят. И это прям вообще. Да, ну ничего. Ничего. Так, я никогда не переживаю, не отчаиваюсь, я и сама справлюсь. Меня все устраивает. Да. Вы что, кашу-то не ели? Я вам сварила. А вы? Вы что, кашу-то не едите? Я что, пересолила, что ли? Шутка, я вообще это ее не солю. Подожди, звезда, ты куда залезла? Запрыгнула. Так, насыпали. Даже много что-то я вам тут принесла. А что по яйцам у нас, девушки? А, вот одно вижу. Вот одно есть. Маленькое. Малюсенькая. Вот еще два. Так, мне главное их потом не забыть. Вот. Три яичка. На старых курочках. Нормально. В конце концов, на майонез мне хватит. Слушайте, а у вас вода даже прекрасная. Даже не замороженная. Прям свежая. Что-то я не подумала, зачем-то воду вам принесла. Давай здесь оставлю чифуль. Да? Да ты мой красавчик, конечно, я тебя полностью поддерживаю. Ты прав. Да. Чиф, может, вам сюда вынести кашу, а? А? Ты моя зайка. Ну-ка, давайте-ка. Может, она у вас тут лучше пойдет? Ну, наверное, просто... Да. Просто вам туда не хочется заходить, потому что там жарко. Ну, вот. Ой, свет зачем выключила? Да. Ну ладно, а корм пусть там будет. Все-таки вечером холодно будет, прохладнее. Ну, вот так вот мы и живем. Да. Тиф, ты скучал? Ты скучал, да? Нет? Ну ладно. Да. О, капустный листочек нашел. Молодец. Да. Ну ладно, все у вас хорошо. Только у меня не очень хорошо головой. Яйца забыла. Посмотрела, посчитала. Ну правильно, а зачем брать? Вот. Три яичка. Вот. Все. Так. Вот теперь как еще с работающим телефоном и с яйцами в руке
закрыть курятник. Вот такой ребус. На крючок хорошо закрывается. Ох, ну ладно, сейчас попробую. А мне же нужно еще, чтобы плотно дверь примыкала, надо вот такой шпиндик засунуть. Вот. Ну, вот такие у нас новости. Я позавчера бегала со снегоуборщиком. Снега было вровень со снегоуборщиком. Ну, вот видите. А за вчерашний день еще нападало. Но сейчас плюс, и нет смысла уже заводить его. По-моему, в воскресенье будет минусовая погода. Может, еще подцепит. И я приду. Ой, приду, выйду и сделаю уже и пошире дорожки, хочу погуляю. В общем, вот так вот. Вот так вот я здесь развлекаюсь. Я помню, когда маленькая была, бабушка все время говорила, Царство Небесное, она говорила: учись, а то дворником будешь. Моя зая сидит. Да, ты наелась? Ты спать уже пошла, у тебя глазки соловые, я вижу. Да, да, красотка. Учись, а то дворником будешь. Ну вот. Вот вроде и училась. Все равно хожу с лопатой. Это, конечно, шутка. Дворник из меня еще тот. Так. Ну ладно. Видите, мы с вами погуляли. Я вам видеоотчет показала. Поворчала, как всегда, немного. Это у меня бывает. Ну, проходит. Со мной вообще на самом деле интересно работать. Я ведь много чего умею. А, соответственно, много чему могу научить. Да, я если экран надо поменять, поменяю. Сантехника. Вот с электрикой у меня фигово. Надо, наверное, подтянуть мне это дело. Вот. Ну ладно. Это уже лирика. Все, всех целую, обнимаю. Ну что? А пока, пока.